У прямому ефірі ваше медичне ток-шоу «Алло, лікарю». Лазні, сауни, обливання. Сьогодні говоримо про правильне загартовування. Мене звати Світлана Шевчук. Дякую, що ви з нами. Сьогодні у програмі. Чи знаєте ви, що таке правильне загартовування? Як часто можна відвідувати лазню? І чи справді парові процедури корисні для здоров'я? Сьогодні у програмі ми розкажемо, як зміцнити свій імунітет цієї зими. Чи можна саме вам відвідувати лазні або сауни? І як це треба робити без шкоди для здоров'я? А як часто ви обливаєтеся холодною водою зранку? І чи ходите до лазні? З легкою парою в ефірі ваше медичне ток-шоу «Алло, лікарю». Я представляю гостя нашої сьогоднішньої програми. Це Скачко Борис Глібович, лікар-терапевт, фітотерапевт, дієтолог. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Я завжди нагадую, що протягом усього нашого прямого ефіру для вас, звичайно, працює телефонна лінія нашої програми. Будь ласка, не соромтеся, телефонуйте, номер простий, він незмінний. 490-11-34. Чекаємо на ваші запитання. Дякую, що ви сьогодні з нами. Думаю, що тема наша сьогодні актуальна. Дуже. Тому що перед новорічні свята, вони асоціюються, власне, із лазнею, тією самою сауною, із обливаннями різними. Але хочеться для початку зрозуміти, ну, свята святами, жарти жартами, веселощі веселощами, але суто з медичної точки зору, що таке правильне загартовування організму? Ну, оно должно соответствовать тем условиям, в которых мы можем находиться. И понимая, что переменные условия окружающей среды требуют от нас как раз вот такой вот, ну, скажем так, многоликости. Мы должны быть готовы и к холодовым процедурам, и к тепловым процедурам. И вот если человек правильно подготовил свой организм, без вопросов, регулирует это все, вегетативная нервная система, она регулирует сосудистый тонус. И вот это все, всю кухню нужно делать. Поэтому из систем действительно, ну не закаливания, а подготовки к этому, самая простая вещь – это контрастный или шотландский душ. Тобто перед тим, як загартовувати свій організм, треба готуватися. Однозначно. Нужно вначале его потренировать. Потому что, когда люди считают, что они должны закаляться, есть две большие крайности. Одни уходят в плюс, другие уходят в минус. Кто-то начинает купаться там в ледяной воде, обливаться ледяной водой, кто-то делает все наоборот, идет как раз вот в тепловые процедуры, турецкий хамам, там русская баня, финская сауна. Некоторые объединяют два экстрима сразу. Попарился и в ледяную воду. Первый телефонный звонок. Алло, будь ласка, какое ваше запитание? Чекаємо 490-11-34. Сьогодні у нас дуже бурхлива розмова, я так думаю, що з вами буде. Я знаю, що ви такий собі противник парових процедур, нещадних парових процедур, які не шкодують наше тіло. Ну, я сторонник розумного відношення до здоров'я, а не екстремального його використання. Тому що це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Все-таки мы, живя вот в обычных социуме, редко можем себе представить, что мы где-то окажемся подо льдом, то есть вдруг провалились под лед. То есть идем по асфальту, и вдруг тут ледяная вода, и мы должны к этому быть готовы. Это испытание возможности, которые мы создали. Вот вопрос, когда мы их создавать будем. И когда мы их создадим, вот тогда, в принципе, организм легко перенесет и ту, и другую процедуру. А до чего может привести взагалі от неправильне розуміння того, что такое загартовування организму? До яких наслідків? Наприклад, я ніколи нічого такого екстремального не робила, не пірнала у проруб, не ходила до лазні. Якщо я це почну робити без будь-якої підготовки, просто зараз, сьогодні, до чого це може призвести? Ну, учитывая женский пол, і чаще всего у женщин давление низкое, то есть гипотония, ВСД 90 на 60, 100 на 70, то вы мало готовы и к той, и другой экстремальной процедуре. Вам нужно себя готовить. Вот если давление от различных тренирующих элементов, скажем так, нормализуется, будет пульсовая разница между верхним и нижним 40, вот тогда вы, в принципе, более-менее готовы и к тому, и другому. Как это сделать? Опять-таки, контрастный душ, то есть температура 38-39 горячая, минуту, полторы-две по ощущениям человек находится под такой температурой. Дальше добавляет холодную воду до летней. Температура опускается градусов до 20. Ниже не нужно, потому что ниже 20 это уже холодовый стресс. И вот такие несколько перемен температуры воды
Кожа, тут есть холодовые рецепторы, тепловых нет, есть холодовые рецепторы. Они реагируют фактически, тепловые, вот эти рецепторы реагируют на температуру окружающей среды. И когда горячая вода попадает, одни импульсы идут в нервную систему, и нервная система выходит из состояния стресса, расслабляется человек. Скільки часу мені треба приймати контрастний такий душ, щоб я була вже готовою до, скажімо, пірнання у прорубь, до моржування? Ну, фізіологи говорять о том, що якщо ви хочете моржувати в ледяной воді, то перший год ви повинні дойти до обливання водою температури, ну, где-то градусів 15-18, не ниже. В Аполлонке там около нуля температура. Так. Следующий год вы можете дойти и купаться, например, до октября. Потом до ноября. И только потом с декабря уже там примерно вода одинаковая всю зиму. Вот тогда вы можете, то есть года 2-3 вы должны готовиться. Так, если вы не... честным, никто зараз готовится до того же моржування? Зараз как відбувається? Украшенские морозы, друзья собираются и начинают один одного штовхати, заохочувати, давай-давай спробуй, давай-давай спробуй. И никто там не запитує, приймав ты контрастный душ, не приймав. От до чего это может привести? Это будет користь взагалі, якась користь для здоровья? Смотрите, примеры жизни. Машина ездит там 20, 30, 40 лет. Естественно, есть износ этой машины. Да? И тут мы взяли ее, решили ее попробовать на трейдбане, да? Она же развалится. Легко и просто. Со здоровьем примерно то же самое. К сожалению, человек не молодеет, он все время приобретает те или иные болезни. И что он получает плюс, когда он обливается ледяной водой? Есть физиология стресса. Холодовые обливания, попадание в такие условия, это холодовый стресс, при котором физиологический цепь реакции идет. Есть такая гипофизарно-надпочечниковая система, раздражение гипоталамуса, гипоталамус видит все, катастрофа, отправляет импульсы в гипофиз, гипофиз выбрасывает гормоны и регулирует нервную систему, вот, в стрессовом режиме, надпочечники выбрасывают стрессовые гормоны надпочечников, и человеку хорошо. Он вынырнул, ему класс, ему тепло, у него ничего не болит, у него эйфория, это своеобразный вид наркомании. Потому что человек не может, как правило, несколько раз побывав вот в этих вот экстремальных условиях, он подсаживается на эту иглу и до упора. Вы знаете, у нас в гидропарке была, одно время ее называли тропой здоровья, а потом там поставили часовинку, потому что те, кто оздоравливались, врачи приезжали просто, увы, констатировать факт смерти. Так, тому сьогодні будемо розказувати усім нашим глядачам, як загартовувати свій організм правильно. Про це поговоримо одразу після нашого першого сюжету. Дивіться, телефонуйте 490-11-34. Загартовування – це систематичне використання природних факторів для підвищення стійкості організму до несприятливих умов. Це тренування термоадаптаційних механізмів організму. Основні напрямки в загартовуванні – загартовування сонцем, загартовування повітрям, загартовування водою. Систематичне використання загартовуючих процедур знижує кількість простудних захворювань втричі, а то й зовсім позбавляє від них. Про правильне загартовування ми сьогодні з вами говоримо. 490-11-34 – це наша телефонна лінія. Є запитання. Будь ласка, телефонуйте. Алло. Здравствуйте. Вітаємо меня вас. Меня зовут Алена, город Ірпень. Меня интересует такой вопрос. Вот у меня детки, возрастная категория от 16 до 9 лет. 9, 11 и 16. Они хотят тоже ходить с нами в бані. С какого возраста можно ходить вообще в сауну, в баню детям? И второй вопрос. Артрит, артроз. Можна ли з такими болезнями приймати банні процедури? Дякую вам за ваше запитання. Будьте здорові. Ну, дітям можна, починаючи где-то з 4-5 років, коли система терморегуляції вже ну, працює більш-менш оптимально. Но тут вопрос в чому. Діти, вони більш водянистые, вони легше віддають влагу, у них швидше увеличується в'язкість крові, і всі теплові нагрузки повинні бути більш щадящими і більш кратковременними. Почему? Потому что это все-таки нагрузка. Так или иначе, но человек – это машина, которая работает с постоянной температурой тела. Выделяя избыток тепла, она удаляет его через кожу, и фактически этот механизм в бане нарушается. В бане, в сауне, потому что человек не может удалять тепло, потому что там еще горячее. И организм начинает перегреваться. Вот это дозированное перегревание, на это реагирует система потоотделения, организм пытается охладиться
испаряю пот, выделяю то для пот. Для детей будем якось безпечніше, так? Конечно, вообще. А взагалі, какие найкращі процедури для загартовування дітей вот вы порекомендовали? Ну, они известны. Тот же контрастный душ. Можно даже обтирание делать. То есть ребеночек ставится, допустим, дома в ванной на деревянную подставочку, чтобы не переохладить ноги. Берется грубое полотенце, смачивается, ну, достаточно горячей водой. Ну, горячей для ребенка, не для нас, потому что у нас разные ощущения. И этим полотенцем что мы делаем? Мы идем, обтираем от кистей к плечевым суставам. Сделали несколько движений. Руку так. Оставили. Вторую руку обтираем. Пока мы обтираем вторую руку, потом пошли к ногам. То же самое от стоп к паху. И туловище спереди к пупку, сзади к позвоночнику. Пока мы сделали полный цикл, рука уже остыла. Вот вам контраст. Дети великолепно переносят такую закаливающую процедуру. Больше того, мы что делаем? Мало того, что мы закаляем ребенка, он действительно реже болеет. Потому что у него система сосудов, она реагирует. Ведь мы же находимся в домашних условиях. Одна температура, вышли на улицу, другая, сели в транспорт, третья, зашли в какой-то там магазин, там, в какое-то кафе, четвертое, вышли на улицу, опять мы постоянно попадаем в переменные условия окружающей среды. А этого не замечаем. А я умываю холодной водой зранку на улице? Я бы не советовал это делать. Почему? Потому что перед тем, как это делать, нужно провести тест по своему здоровью. Нужно посмотреть ближайшее зеркало. Если у человека есть темные круги под глазами, то ему не то, что обливаться нельзя. Ему нужно на работе думать, как уйти от тех эмоциональных стрессов, которые там могут быть. Ему нужно в транспорте ехать, знаете, тише воды, ниже травы, не дай бог ни с кем не поругаться. Потому что темные круги под глазами говорят о том, что организм уже изношен. Есть просто режим труда и отдыха. Вот режим труда в этом организме есть, а режим отдыха, он где-то там в отдаленной перспективе, где-то на пенсии. Все ж таки, загартовування, розумієте, у нас всіх асоціюється з здоров'ям. І хочеться зрозуміти, добре, якщо там не можна, там не можна. А що ж робити, як робити правильно для свого здоров'я, з чого почати? От, я людина, я хочу бути здоровою, не хочу хворіти, постійне нежить мене турбує. Я хочу підтримати свій імунітет. З чого мені почати? Щоб потім ви мене не сварили. Починати можна з регуляції. Понимаете, опять-таки я вам сказал, то есть мы дома в одних условиях, на улице в третьих, то есть у нас постоянно перемены идут. Мы не находимся постоянно, как моржи, в условиях экстремального холода. Нам не нужно это. Тобто спочатку я маю приймати контрастний душ і себе таким чином... Совершенно верно. А если еще в этом находится система питания, почему? Потому что, по большому счету, когда человек идет в баню, в сауну, он должен к этому дня три готовиться, правильно изменить свой рацион питания. Должен быть специфический рацион в день, когда человек там находится, и дня два после. Так, поэтому добрый, мне советуют разбирать... чаще раза в неделю, потому что не успевает организм восстановиться здоровый. Я вже давайте тоді говорити поетапно. Якщо ми вже зачепилися про говоримо про лазні, як готуватися до першого свого візиту і використання власне тієї парової процедури? Перше, нужно сходить доктору, проверить свою сердечно-сосудистую систему. А як складно. Ні, подождите. Ні, можна не ходить доктору, но нужно быть уверенным, что у банщика банщик с медобразованием, что он успеет вам оказать медицинскую помощь в случае, если вы не подготовлены и на непонятном уровне здоровья решили у него попариться. Переконали. Йдемо до лікаря, проявляємо що? Серце. Сердечно-сосудистую систему нужно проверить, потому что на нее будет нагрузка. Хотим мы того или нет, но когда человек потеет, это доставило кровь, воду, кожи. И человек испаряет то, что доставило сердце. Если сердце не успевает доставлять кровь, многие женщины боятся тепловых процедур, потому что после этого болит голова. А болит голова по одной простой причине. Зашла, начала париться. А если ВСД, если низкое давление, если темные круги под глазами, кровь уже густая. Начали парить, кровь еще стала гуще. Мозг не получает свой кислород, гипоксия, появилась головная боль. Все просто. Добре, якщо кардіолог сердце, нам каже... Сердце не качает эту густую сметану исходно. Кардіолог нам каже, що все в порядку. Отлично. Наступний етап. Вот. Следующий етап нужно спросить у банщика, сколько лет он уже парит. Почему? Потому что, знаете, есть такое хорошее выражение. Когда идете к доктору, спросите, стаж врачебный у него сколько. Если до 5 лет, он еще учится, он еще тренируется. Поэтому к нему идти не надо. Нужно идти к банщику со стажем. Почему? Потому что он уже знает, у него уже есть определенный опыт. Хорошо бы, если бы он еще прошел какое-то обучение, понимать. Потому что это, опять-таки, тепловая нагрузочная процедура, где банщик должен контролировать состояние ногтей, состояние губ. Потому что это отражает состояние сердечно-сосудистой системы.
Хорошо бы, чтобы банщик перед процедурой проверил артериальное давление. Если оно низкое или наоборот гипертония, то здесь нужно просто человеку сказать, да, ты хочешь, все классно, но ты не готов. Потому что нагрузив эту систему, уже к кардиологу мы зашли сегодня, а в баню пойдем через неделю. Состояние меняется. Очень важно, чтобы хотя бы за сутки, а лучше за двое-трое, до бани или до сауны, был исключен алкоголь. Потому что, к сожалению, алкоголь тоже влияет на вязкость крови, увеличивает вязкость крови. И у нас есть, ну, такая фишка, ой, там вчера перебрал, сегодня нужно пойти в баню почиститься. Вопрос в том, вот когда плохо на следующий день, кровь густая, в крови полно грязи, да, эту грязь теоретически можно было бы убрать и в бане, но густая кровь исходна плюс баня. И вот здесь возникает проблема. Якщо все робити правильно, як ви кажете, конечно. Лазня, це корисно? Конечно, при правильном использовании. Потому что что... Я чому запитую, тому що ви так, ви знаєте, трішки лякаєте. Ні, я не пугаю. Що все так погано, прові процедури буде, нам погано, треба буде викликати швидку. Я просто для себе хочу зрозуміти, навіщо усі ті жертви там, і піти до кардіолога, і там, і почиститися, і дієта, і те, і все, і те. А взагалі, ну, треба йти до лазні, вона корисна? Ні, ну, смотрите, ви хочете із Києва з'їздити, допустим, там, в Закарпатті, вот, и давно не проверяли двигатель своей машины, да? Куда вы приедете? Ну, где-нибудь на обочине будете стоять. Хорошо, ладно, вас многие знают, остановятся, помогут. А другие, понимаете? То есть сердце человека – это мотор машины. Вот, если он где-то по дороге, что-то с ним произойдет, все, финиш. Добрый, но машина-то ладно, ее-то можно купить, поменять. Вы знаете, сориентироваться, поменять сердце достаточно тяжело. Вот. Что еще очень важно – баня и курение. Вот тут, вы знаете, когда человек курит, у него через 5 минут увеличивается вязкость крови, жестко увеличивается. И в течение часа она густая. Поэтому, как бы человек зашел в баньку, попарился, потом решил выйти там на перекур, вот здесь он после этого очень серьезно рискует. Для чего лазим взагалі? Это хорошая очистительная процедура. Она великолепно помогает очистить кровь. Но если мы к этому подготовились. Понимаете, можно ведь нагрузить вчера и сегодня пойти почистить. Вопрос, зачем ты нагружал вчера? Понимаете? То есть, если хочется быть здоровым, то баню нужно использовать в системе. То есть, мы ведем более-менее правильный здоровый образ жизни, потому что это, почему говорю более-менее, потому что это достаточно широкое понятие. Вот. И там много составляющих, которые, скажем, бегать, скажем, в Киеве и бегать где-то в Закарпатье, это две большие разницы. Як часто можно відвідувати лазні взагалі? И будь-які опорові процедури? Ну, система восстановления срабатывает примерно неделю. Поэтому лучше не чаще. Потому что сама по себе организм все-таки система такая, знаете, самовосстанавливающаяся. Мы его испытываем, а он все-таки сам пытается восстановиться, оздоровиться после этого экстрима. И вот чаще, чем раз в неделю, не советую, потому что просто не успеет. Будет накладываться усталость после каждой процедуры. Вот. И вот здесь вот может возникнуть проблема, потому что все-таки основная точка приложения – это вязкость крови. А это нагрузка на сердце, на сосуды. А вы взагалі сами, вы відвідуєте лазні? Нет, я очищаю совершенно другим способом, вот, в домашних условиях. Вот, и стараюсь, ну скажем, не загрязнять организм, тогда его еще проще очищать. Хотя, в принципе, я понимаю, как баней можно воспользоваться правильно. И когда, ну, бывает так, что вот с друзьями идешь, я веду себя там немножко по-другому, я не пойду... Заражаю это друзьями почему? Не-не-не-не-не. Точно так же, как системой питания, как-то шокировал, съездил в Мюнхен и шокировал там народ, когда я выбрал по своему усмотрению из тех продуктов питания, которые были, себе, скажем так, прием пищи, вот, у людей был легкий шок. У них глаза на выкате, они понимают, что так никто не питается. Так, давайте послушаем первый телефонный звоночек. Алло. Так, алло. Алло. Раді вас чути, ваше запитання. Алло, добрий вечір. Добрий. Скажіть, будь ласка, у мене аутоімунний тиреоїдит. Як можна укріпити імунітет? Дякую вам за ваше запитання. От, ну, людина хоче підтримати свій організм. З цієї ситуації я би не советував ходити в баню, в сауну. Чому? Тому що аутоімунний тиреоїдит говорить, що в крові багато токсинів. Є бар'єр між щитовидною залізою і кров'ю, який в даному випадку просто не став проницаєм для токсинів, тому з'явилася проблема. А дальше там появляется атеросклероз, там целый хвост проблем вязнет следом. Но в данном случае вот эти обменные шлаки, которые показывают проблему щитовидной железы, они не смогли уйти через почки, потому что не хватило воды. В данном случае просто человек не водохлеб, ему нужно в принципе понимать, ну не воду, а там чайки, кофейки, компотики, там супчики кушать. Вот в таком виде воду поставлять в свой организм, чтобы токсины выходили через почки. Потому что
с водой вот завязано вот на этой ситуации, где в бане в принципе будут плюсы? Состояние щитовидной железы, матка, то есть различные миомки, фибромиомки, мастопатия, у мужчин простатит. Вот тоже там, что было, мы не успели ответить, обменно-дистрофические заболевания суставов. То есть, артрит, артрозы. Вот там, да, артрит и артрозы, они тоже связаны с этим. То есть ситуация там типичная, почему? Потому что то, что не смогло уйти через почки, оно остается в кровеносном русле. И так как мы нагружаем суставы, то у человека выпадает трудовая деятельность, человек ходит, ноги, сидит за компьютером, летят руки. То есть вопрос, какой сустав нагрузил, такой, в принципе, в этих случаях и попадает. Давайте дивитися наш наступний сюжет і замить знову ці студії. Якщо є запитання, будь ласка, телефонуйте. Номер він досі працює для вас. 490-11-34. Чекаємо. Чи любите ви ходити до лазні? За словами фахівців, у слов'ян ця любов закладена ще на генетичному рівні. Однак у багатьох такий відпочинок асоціюється ще й з випивкою, особливо коли йдеться про свята. Проте є лазні, де можна пити все, крім алкоголю. У небольших количествах жидкости, жидкости могут быть разные, начиная от чаев, компоты, кисели, узвары и тому подобное, минеральные воды, но в небольших количествах. Лазня має й свої протипоказання. Не можна йти, якщо ви не досипали, не доїдали, перевтомилися, перехвилювалися, зловживали спиртним або страждаєте від хронічних захворювань у гострому періоді. Баня – це в будь-якому випадку серйозна нагрузка на всі органи чоловіка. Организм работает в два раза активнее, скажем так, как минимум, чем в обычном режиме, начиная от любого органа – сердце, печень, почки, кожа. Лазневе мистецтво має чимало секретів. Навіть віник слід обирати залежно від самопочуття. Дубовий корисний для м'язів та шкіри завдяки вмісту дубильних речовин. Липовий віник допоможе при головних болях, а березовий називають антисептиком. Такий віничок корисний при різних запальних процесах. А вже те, наскільки інтенсивно вас можна парити, має зрозуміти майстер лазневого мистецтва. Адже при переборі людині може стати зле. Это бывает из-за того, что происходит нагрев, парной сосуды расширяются, потом, когда принимается контраст, сосуды сужаются, плюс легкое кислородное голодание в парной. Из-за этого может стать немного плохо, закружится голова. Конечно, самое лучшее на свежий воздух, потом прилечь и полежать отдохнуть. Паритись треба з розумом. Обирайте лазні, де працюють кваліфіковані фахівці. Адже окрім прогрівання, потрібне адекватне охолодження для створення контрасту температур. І лише так ви зможете зрозуміти, як повинна почувати себе людина, котра щойно вийшла з лазні. Прекрасно. Легкость, чистота. Ти чувствуєш, як дихає твоє тіло. Ну, ви чувствуєте кожну клітку свого організму, фактично. Легкость психологически восстанавливается очень человек, потому что происходят физиологические процессы определенные. Отток крови головного мозга, то есть человек становится более пассивный, не такой активный, мысли глупые меньше в голову лезут. Взимку лазня особливо популярна. Напередодні новорічних свят тим паче. А чи збираєтесь ви 31 грудня відвідати лазню? Майя Підгородецька, Руслан Карданов. Для вашого медичного ток-шоу «Алло, лікарю». Це програма «Лікарі». Я дякую, що ви з нами. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про правильне загартовування. І 490-11-34 – це наша телефонна лінія. Є запитання, будь ласка, Нестором після телефонуйте, поки ви наберете наш номер. Я нагадую, що також свої запитання ви можете ставити на форумі нашої програми, який знаходиться на сайті телеканалу «Тоніс». Для вас працює цілодобово. Будь ласка, пишіть нам. От таке запитання сьогодні до нас надійшло. Чи можна їсти перед баною, перед лазнею? Якщо я збираюся йти до лазні, чи можу я поїсти? От ви казали, що є, до речі, специфічна дієта. Скажіть. Ну, якщо прямо перед баней, то часа за 2-3 можна з'їсти овочний суп, якийсь борщ, але постний. Тобто нам потрібен істочник жидкості, тому що в бані ми будемо теряти воду. Тому ось це найбільш проста їда, голодним йти не потрібно. Тому що це все-таки нагрузочна процедура, не вистачить вуглеводів, будуть проблеми. Вот. Но вода нужна, вода в кишечнике работает, все нормально. Стоит перед банькой, ну, алкоголь в сюжете прозвучал, да, я, знаете,
не сторонник, жесткий критик алкоголя и до бани, и после, потому что это действительно проблема. Вот. А ну, как бы кусок мяса съесть, вот это очень плохо. То есть вот мясной пищи, рыбы, птицы не должно быть за 2-3 часа до бани точно. Потому что они не успеют перевариться, пока человек будет париться. Это мясо будут есть бактерии в кишечнике. Будет интоксикация, после этого вышел, вроде как почистился, и получает порцию токсинов из кишечника. Так, я вам дякую. Будь ласка, у нас є телефонне запитання. Алло. Алло. Радіва, що таке ваше запитання? Скажіть, будь ласка, при якій температурі можна паритися? От саме лучше, щоб не перегружати організм. Дякуємо. Температурний режим, який найкращий? Смотрите, тут скорее нужно говорить о двух факторах. Это температура и влажность. Если мы берем турецкую баню, там температура около 40, зато влажность почти 100%. Так. Это создает напряжение с терморегуляцией, и человек начинает потеть и очищаться. Если берем русскую баню, там примерно 60-70 и градусов, и влажность. То есть условия немножко другие. Если берем сауну, там экстремальный вариант, там в районе 100 градусов, может быть даже больше, температура и влажность там порядка 5-10%, максимум 15%. То есть в этих условиях, в принципе, организм попадает в любом случае в достаточно напряженные условия, он начинает сопротивляться. Но самые такие вот простые, наверное, тут важно, кроме вот этого еще, учитывать фактор времени. То есть не пересидеть, потому что есть люди, которые я могу просидеть 15-20 минут, можно просидеть. Но при этом кровь становится супер густой, сорвать сердце легко. Так, и який оптимальный час? А вот тут вот то, что прозвучало в сюжете, банщик должен контролировать. Человек не видит состояние своих губ, он не смотрит себя в зеркало, потому что оно запотело, и человек не может так себя контролировать. Банщик может. Обучений банщик, він може це робити, і він може контролювати здоров'я. Тобто він вирішує, насправді, скільки ти маєш часу проводити. Однозначно. Він має вести процедуру, тому що він має людину нагріти, випарною, він має зрозуміти, скільки дати йому відпочинок, просмотрів, ага, відновився, можна в наступний раз, не відновився, лежимо. А у нас чоловік, ну, як би, він екстремальний, у нього час, да, він вважає, що йому треба пробити як можна більше в бані, відпочинок буде вдома. Поэтому тут попотел, не успел восстановиться, опять пошел. И вот этот экстрим, когда обливаются холодной водой, это реальный экстрим. Неважно, человек ныряет просто в прорубь. Под кожей находится 1,5 литра крови, когда у человека красная кожа. Сердце за одно сокращение 150 миллилитров. Резко перегружается работа сердца, так называемый гидродинамический удар. И либо аритмия, либо просто остановка сердца. Вот. Но в любом случае это плохо. Если человек обливается вот так вот ледяной водой на голову, сосуды кожи, связан с сосудами черепа. И там есть такие вот, ну скажем так, анастомозы. Стоит охладить резко сосуды кожи, спазмируют мышцы, и нарушается отток крови из полости черепа. Ты знаешь, таки без подготовки такого работы не вот такого можно. Делать даже с подготовкой я бы не советовал. Не почему? Потому что резко усиливается кровенаполнение полости черепа, а напомню, череп все-таки достаточно замкнутое пространство. Это раз, что детям до года, пока у них роднички еще там какие-то функционируют, у них еще может мозг среагировать на эту ситуацию. А тут возникает гипоксия. Мало того, что в бане гипоксия, плюс мы еще и вызвали застой крови в полости черепа. И хорошо, если хорошие эластичные сосуды. Так, давайте еще запитання. Алло. Алло. Здравствуйте. Вітаем вас. Ваше запитання, будь ласка. Скажите, пожалуйста, если немного увеличена щитовидная железа. Так. Ваше запитання. Можно обходить в баню? Дякуємо. Така ну, во-первых, нужно знать диагноз. Увеличение щитовидной железы, возможны разные варианты. Если это токсический зоб, то лучше не стоит, потому что сердце и так уже работает с напряжением. Может быть, какая-то опухоль. То есть тут, конечно, нужно идти к эндокринологу, и пусть он даст вам добро на такую процедуру, но скорее нет, чем да. Еще запитание, будь ласка. Алло. Будь ласка, говори. 490-12-34, это наша телефонная линия. Здравствуйте. Ваше запитание. Обливание водой по утрам. Известно ли это, что не... обливание водой, насколько оно корисно, чи оно зміцнює иммунитет? Смотрите, оно опять-таки напрягает организм, а готовит его к холоду. А это одно движение.
Контрастный душ, он делает два. То есть мы себя тренируем, и холодная вода идет, и горячая. Мы тренируем сосуды. А однократно вылить одно ведро, несколько ведер подряд, это всего одна процедура. Нужно после этого бегом бежать, там на кухню согрелся, выскочил на улицу, опять облился, и вот так вот можно позаниматься. Это же была такая целая традиция. Конечно. Всі сім'ями виходили, родинами, на свіже повітря і обливалися холодною водою. Да, і що люди розцінювали? Ейфорія, да, плюс. Реже, ну не болеют, а реже проявляются простудные заболевания, это две большие разницы. Потому что гормоны стресса, которые при этом вырабатываются, они блокируют любые воспалительные процессы. У людей меньше болят суставы, у людей уменьшаются аллергические реакции, то есть плюсы есть. Но это действие гормонов надпочечников, которых в обычных условиях не хватало, а холодовый стресс заставил надпочечники выбросить их в чрезмерном количестве. И замаскировались многие проблемы. Но если бы, я вот задаю такой вопрос, простой, еще мне никто не ответил на него. Покажите мне на этой системе долгожителей, тех людей, когда показывают долгожителей, спрашивают, что вы делали на протяжении жизни. Люди говорят, умеренно работал, там не злоупотреблял в питании. Добрый спал. Еще ни один не сказал, что он всю жизнь провел там поутру в проруби или там обливался водой. Я не слышал ни одного такого ответа. Понимаете, то есть вопрос в чем? Для чего мы делаем это? Для того, чтобы замаскировать те проблемы, которые есть, понимаю, чтобы немножко улучшить качество жизни на короткий промежуток времени. Понимаете? Но это сокращает продолжительность жизни, я вас уверяю, на контрасте, когда человек, ну скажем так, плюс-минус у него там какие-то проблемы есть, а тут на несколько часов они исчезли, а потом опять накатывают, вы знаете, на таком контрасте тяжелее жить. Так, 490-11-34, мы також чекаємо на ваші запитання, будь ласка, алло. 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 Ваше запитання. Скажіть, пожалуйста, гейзер гарячий, алло. Будь ласка, ми готові слухати. Гейзер гарячий, полезний за баню, или баню? Дуже поганий зв'язок. Якщо можна мені підказати, що запитував наш глядач? Так, до лазні в люди у купелях з водою, з гарячою водою також проводять час, а потім вже йдуть на прові процедури. Взагалі, знову ж таки, такий контраст, коли тебе у дуже гарячу воду. Ну, очень гаряча, вона не нужна, тобто вода 38-39 – это достаточно тепловая процедура. Если там в купели еще будут какие-то лекарственные травы, если там будут какие-то соли, например, то это усиливает действие этой купели на здоровье. То есть мы можем таким образом больше оздоровить. А коли оця така велика купель, вона з гарячою водою, дуже гарячою водою, да, вона на свіжому повітрі взимку, отакий контраст, він як впливає на організм? Ну, є просто перерозподілення крові, і, опять-таки, сосудиста система повинна реагувати. Какая-то часть тіла знаходиться під водою, так, в гарячому состоянии, какая-то часть в охлажденном. И понимаете, тут же вопрос в чем? Тут сосуды должны быть расширены, там расширяются, тут должны спазмироваться. Вот. А где тренировка? Нужно менять себя, то есть нужно дальше головой вниз, ноги на поверхности. То есть для того, чтобы сосуды реагировали, чтобы мы их тренировали. Потому что суть закалки, суть повышения иммунитета как раз в тренировке. В тренировке устойчивости к разным факторам. И к теплу, и к холоду. И экстремально, слишком экстремально, оно не нужно. Тут нужно просто понимать, что это, ну, достаточно все-таки нагрузочная процедура. Вы говорили про алкоголь, звичайно, никакого алкоголя під час правовой процедуры. И до несколько дней. А чому після не можна? Люди звикли, розумієте, як холодне пиво, наприклад, випити після правової процедури. Чому після не можна? Смотрите, во-первых, человек расслаблен. Мозг у него работает, ну, достаточно слабенько в этом плане, почему же легкая гипоксия есть. Человеку нужно восстанавливаться. В принципе, алкоголь, с одной стороны, он разжижает кровь. Да, вода зашла в кровь, стала больше, более жидкой кровь, то есть стало немножко легче. То есть человек восстановился. Но я бы советовал другой вид жидкости внести после бани. Допустим, тот же супчик. По той простой причине, что во время бани организм потеет, то есть он немножко стал суше. И он как губочка впитает в клетки, на клеточный уровень ту воду, которая зайдет. Если человек на очищенной воде сделал какой-то овощной супчик, там какую-то такую более-менее водянистую еду, эта еда с водичкой зайдет в клетки, пошла на обмен веществ, и конвейер пошел. Если мы зальем пиво, я понимаю, да, пиво тоже зайдет. Но оно не такое богатое, скажем, полезными веществами, как украинский борщ.
Поэтому я бы сторонник был все-таки второго, чем первого. Добре, будь ласка, ще запитання 490-11-34. Алло. Будь ласка. Алло. Ми готові вас послухати, ми вас раді чути. Здравствуйте. Вітаємо. Подскажите, пожалуйста, а как, какое оптимальное количество раз посещения сауны и как правильно вообще входить в эту процедуру, так сказать? Дякуємо. Дякуємо вам за ваше запитання. По-перше, чим сауна відрізняється від лазні? Якісь принципові відмінності? Принципіальне отличие – там вища температура і менше влажність воздуха. И, ну, просто немножко по-другому обрабатывается тело, но очень хороший, кстати, вопрос. То есть для того, чтобы получить тренировку, важно что? 2-3 раза, больше не нужно, устают рецепторы. Точно так же, как контрастный душ. Вы меняете 2-3 раза. То есть 2-3 раза под холодной водой, 2-3 раза под горячей. Вот. Точно так же 2-3 захода в баню больше не нужно делать в парную. То ли это будет русская баня, то ли финская сауна, не имеет большого значения. То есть человек нагрузил себя, восстановился, опять нагрузил, опять восстановился. Вот. И после этого, то есть, ну, лучше, конечно, это делать под контролем. Не самому вот захотелось. Тут важно, чтобы нахождение в экстремальных условиях, собственно, в парной, и отдых, они отличались хотя бы раза в 3-4. Так же, как и контрастный душ. Холодная вода одно продолжительность времени, в 3-4 раза больше горячая. Ну, и сколько я так выказала раз на тиждень, это максимум? Один раз. Просто организм не успеет восстановиться. Ведь наша задача не экстремально использовать и дойти до какой-то точки, а наша задача все-таки получать здоровье. Если людина будет відвідувати лазні або сауни раз на рік на 31 грудня, это будет... корисно для здоров'я? Чи все ж таки це як елемент традиції розваги? Лише? Ну, і однократна процедура теж хорошо, але не так, як в известному фільмі. Вот. Там просто вони достатньо... Щоб нікуди не поїхати. Да, достатньо багато потеряли, і я їх розумію, тому що це серйозна нагрузка, там можна було із бані не вийти при той дозі. Но даже один раз, то есть, в принципе, человек тоже получает здоровье. Больше того, он ну, где-то проверит свой организм. На вытривалість? Да. Вот. Потому что особого большого такого, ну, суперэффекта какого-то однократного посещения вряд ли будет. Если это в системе вложено, тогда будет толк. Тогда будет нормально, потому что у нас многие ж, люди, ну, опять-таки, вот это тест-драйв, знаете, вот хочется проверить себя, тайны русского закала. А могу ли я? Це має бути систематично, правильно, з правильною підготовкою і систематично. Точно так же, як в полоню. Може, в принципі, на морально-волевых качествах любой человек неподготовлений зайти и живым выйдет. Вот. Вопрос, уровень здоровья, на котором он туда зайдет. То есть просто с минимальными потерями выйдут далеко не все. Так, дякуємо. Далі в нашій програмі «Народні поради». Замить знову ці студії 490-11-34. Це наша телефонна лінія. Знаю, що є запитання, будемо відповідати. Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать о сауне. Я рекомендую в сауне пить много трав и обязательно перед тем, как мы работаем, мы заходим в парильню, желательно очистить свою кожу для того, чтобы лучше у нас сам процесс отхождения шлака в сауне происходил. Для этого нам нужна соль, желательно морская, кофейная гуща и любое масло, которое мы смешиваем. Мы берем кофейную гущу, насыпаем соль, и добавляем масло, может быть оливковое или в данном случае масло черного тмина. Получается великолепный пилинг. Мы все смешиваем и вот таким вот пилингом мы протираем кожу, натираем кожу тела и смываем. И после этого мы можем идти в сауну. Очень хорошо человек потеет, и вот когда мы начинаем потеть, вот тогда для усиления потения мы можем пить липовый чай. Желательно липовый чай пить после того, как мы вышли из сауны, обвернулись полотенцем, и хорошо начинается процесс потоотделения. Мы берем примерно 20 грамм цветов липы, завариваем на литр кипятка,
можно добавить ложечку чайную липового меда, настоять 5-7 минут и побольше пить, чтобы усиливался процесс потоотделения. Липа содержит очень большое количество микроэлементов, кверцетина и биофлавоноидов, которые улучшают кровообращение, лечат головную боль и способствуют хорошему самочувствию, особенно для женщин. Це програма «На лікарів». Я нагадаю, що наша тема сьогодні – це правильне загартовування. І 490-11-34 – це наша телефонна лінія. Ваші запитання готові слухати. Все. Алло. Будь ласка, ваше запитання. Моє запитання. Ви мене слухаєте? Будь ласка, ваше запитання, так. У мене є потілі ліпоми, жировики, поверхневі і багато. Чи можна ходити в баню? Чи в сауну? Так, дякуємо вам за ваше запитання. Будь ласка, таке шкіряне новоутворення. Ну, самі по собі ліпоми не опасні. Нужно проверить полость черепа, потому что ліпоматоз, он может не только быть на коже, он может быть в других местах. И самое неприятное, это когда в полости черепа ліпомки. То есть нужно просто провериться, если там спокойно, то в принципе можно ходить без вопросов. Единственное, что стараться, конечно, их механически не раздражать, хотя это доброкачественное образование, от них ничего другого не будет. Зазвичай у лазі також використовують різні процедури, скраб, якийсь... Вот тут скорее вряд ли. То есть веничек там такой, просто нагрузочки, какие-то ванны. Угу. Есть... Дякую. Будь ласка, ще запитання 490-11-34. Алло. Алло. Раді вас чути. Ваше запитання. Бронхами болить. Можна почистити сауну? Так, дякуємо. Бронхіт, я так розумію. А, да, очень хорошо, но лучше не сауну, потому что все-таки там сухой пар. А лучше русскую баню там использовать... Немає, там вологість не так, да, вы казали? Да, использовать березовый веник. Вот березовый веник как антисептик очень хорош. Человек будет дышать этим паром и будет оздоравливать свои органы дыхания. Плюс легким для того, чтобы была мокрота, нужна вода. А в сухой сауне просто мокрота будет высыхать, человек получит внешнюю фишку, лучше стало, мокроты стало меньше, а на самом деле вся грязь осталась легким. А нужно обеспечить самоочищение. Коли у тебя застуда, есть нежить, есть кашель? Это уже противопоказание. Тобто не можна. Все острые воспалительные процессы с повышением температуры или без, они, это все противопоказание к бане и сауне. Выздоровеешь, потом идешь, потому что опять-таки, она, вот фишка, люди считают, пойду сейчас оздоровлюсь, так. Она нагрузит еще тебя. Твоя иммунная система слаба, она уже дала трещину, раз есть воспалительный процесс. И нужно не испытывать ее возможности, а все-таки выздорови, а потом пойди почисти свой организм. Зрозуміло, дякую. Будь ласка, ще запитання. Алло. Здравствуйте, а вы не подскажете, с ВИЧ-инфекцией рекомендуется ходить в сауну или нет? Так, дякую вам за ваше запитання. Ну, по большому счету, это не противопоказано, потому что ну, там я не вижу прямой связи с этим заболеванием, что может там ухудшиться. Конечно, лучше не перегревать, потому что иммунной системе все-таки ее нужно тренировать небольшими воздействиями по силе, вот, чем испытывать ее возможность. Я бы скорее бы тут, опять-таки, лучше не сауна, а русская баня. Знову ж таки, те, що ми з вами обговорювали під час нашого сюжету, ми говорили про те, що під час правової процедури людина втрачає дуже багато вологи. Да. Чи можна пити під час правової процедури? Смотрите, водичку вот, там. Да, пить можно, но важно, что и в каких количествах, и когда. То есть, когда человек зашел в парную, он потеет, он теряет влагу, все нормально. Вот. После парной он может начать пить, но не раньше, чем минут через 5-7. Он должен посчитать свой пульс. Посмотреть, пульс должен уменьшиться, прийти хотя бы к той норме, которая у человека была до бани. То есть, опять-таки, до бани лучше себя проверить, свой уровень здоровья, проверить давление, проверить пульс, в каком он находится состоянии. Вот в этом случае можно пить, но пить нужно немного. И важно не просто воду пить. Тут важно пить, допустим, или какой-то квас, или какой-то компот, или водичку с медом. То есть подпитать, не просто воду вернуть в организм, но еще немножко энергетически себя подпитать. И ни в коем случае, это известное заблуждение, патагонные чаи. Да, внешне это выглядит классно, вышел, выпил патагонный чай, зашел в парную, прошло больше пота. Но патагонный чай работает уникальным образом, он нарушает работу почек. И по большому счету, за счет того, что появился избыток жидкости, он пошел через пот. То есть это известное заблуждение, ни в коем случае нельзя патагонные чаи использовать в бане. Можно использовать, можно готовить специальные чаи, скажем так, чтобы сопровождать этот процесс в целом, а не добывать лишний пот. Пот должен добывать банщик правильным проведением процедур, правильным чередованием. Нагрузил – отдых.
Ви знаєте, насправді у мене і у наших глядачів так само, що маса до вас запитань, корисних для нашого здоров'я, але, на жаль, маю закінчувати нашу програму. Вже будемо зустрічатися з вами у новому році і розказувати все про користь для нашого здоров'я. Дякую вам, міцного здоров'я. Дякую. Нагадую, що гостем нашої програми був Васкачко Борис Глібов.